Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами инди-хоррор под названием Slay Bells. Я нажал старт, просто здесь начались диалоги какие-то, не знаю, Селли, See, I better deliver, я лучший доставщик, Беллис, Крисхас, presents before it gets too late. Типа, ну я не понимаю, что они там говорят, а я прекрасно... Я волшебно, если он что-то помнит, что я, как я выгляжу. Он имеет выглядеть меня для месяца. Нет, наука, мы хотим жить с ее отцом. Почему они имеют брать его для меня? Я скучаю по моему маленькому Билли. В общем, это инди-хоррор, который просто вот инди-хоррор, типа самый простой инди-хоррор. Здесь нет ни хрена настроек. Ой, стамина. Какая стамина? Toggle you. Держи свой флешлайт on off by pressing F. Ага, хорошо. Пиксельный хоррор, они очень страшные. Ты можешь посмотреть Dark Vir на моем канале. Возможно, даже я не забуду поставить здесь еще один вот эту ссылочку. Прошу подписаться сразу на мой канал, потому что, блин, это... Press Q to display your current objective. Objective delivery Billy's presence. Здорово, мужик. Ты что здесь сидишь? Эй, кукушка. Здорово, тетя. А ты что в лючке стоишь? На улице зима, дура, что ли, совсем, елки-палки. Стамина моя. Стамина растет. Ой, стамина. Ой, машины какие ездят красивые. Не могу прям обосраться. Куда бежать нужно? Вот сюда, что ли, нужно бежать? Я просто, может, что не понимаю. Я как бы первый раз Сантой это подрабатываю. Я так понимаю, я Санта или какой-то человек, который бежит, поздравляет какого-то человека другого. И, в принципе... О, вот, я вижу свою цель, я иду к цели. Вот в этот дом мне нужно зайти. Давай посмотрим сразу, есть ли у меня здесь... нет у меня здесь, потому что игра, как бы, она инди, поэтому давай вот так вот сделаем. Вот так вот. Нет, вот так вот, наверное, самое лучшее будет. Сейчас я просто оставлю этот подарок здесь. Я... Чего написано? Блин, тут... они хотят... Я не думаю, что они меня хотят увидеть сейчас. Они рады меня увидеть сейчас. Я лучше пойду домой до этого... до получения позже. Что-то я не хочу, чтобы... быть снаружи после полуночи. Хэри Крисмас Белли. Как-то написано через жопу здесь этот Мэри Крисмас. Ну ладно, мне нужно бежать вон туда. Вон мент... Ой, блин, ворона. Нужно бежать вон туда, я вижу, к ментам нужно бежать. Ой, к полицейским. И, в принципе, что такое? Нет. вот. Press E to interact. Я прекрасный вондер, блин, волшебник, что ли, или что? Что пришло сюда, здесь? Я хочу быть... Короче, этот путь, я отвечу что-то. Я имею идти сквозь subway туннель, в подземный тоннель. Это не... Что-то там Фуртхер. Ребята, можно я тут просто пройду, блин? Мало ли там кого убили. Я просто хочу домой попасть. Вы же даже с той стороны не перегородили. С той стороны могут люди попасть. То есть я один хрен сюда должен пойти, да? Или что? Или нет? Или как? Чего? Мужик, слушай, пусти меня, пожалуйста. Я домой хочу очень сильно. На улице снег идет, мне холодно. Что же мне делать-то, а? Может, мне нужно, можно просто обойти вот так вот? Оп, и все. Нет, нет, нет. Ни хрена так не работает. А сюда тоже не нужно... А, я понял. Subway. Subway классно. Это закусочная такая есть. Горит. Please eat to enter Subway. Чтобы войти в Subway, нажмите Enter. Стамина. Я могу выключить фонарь, пока что все видно. Вроде как бы рекламирую здесь Бэтмена. Или Человек-кота. The Cat and Mouse Experiment. Офигенно. Горячие сосиски. Или что это как переводится, не знаю. Merry Christmas. Здесь правильно написано. Ну ладно. А, суть, наверное, не... О, блин, и здесь кого-то грохнули. Что ж такое-то? Здорово. Гасп, he's been, он был что-то там, это... что отсортировал его в old such as ink. I better get out here before... Чего, блин? А, пока я вернусь сюда, что-то я пойду лучше отсюда нахрен. Говорит нам главный герой. О, можно пройти бесплатно. Блин, музыка он оттуда играет. Я могу... Ёб твою мать, ты что такое делаешь-то? А, я могу драться, блин, классно.
Фу, блин, мурашки, ёб твою мать, какие мурашки-то по мне побежали. Обосраться, пистолет. Хо-хо-хо, написано у нас здесь. Патронов-то нету, что делать-то? Скиллинг, чего? Я весь трясусь, не могу, мне уже страшно, я не хочу играть в этот хоррор. Можно найти патрончик? Я хочу убить кого-нибудь. А можно взять, типа... Собака такая, почему я кулаком драться мог, а вот этим я не могу драться? Дайте, пожалуйста, пожалуйста, хоть что-нибудь, он меня сейчас... Да пошел ты в сраку! Мне, в принципе, сюда и нужно. А, наверное. Ну ты дурак, конечно, я вот хитрее тебя. Ага, хитрее, охренеть, он-то бегает, а я нет. А, он меня потерял. Фух ты, слава тебе, господи. А, зачем я сюда иду? Неужели мне сюда нужно? Тебе нужно кровь... Чего ты опенс дур... Это закрыто? Серьезно, блин? А как мне обратно-то вернуться? Что мне нужно найти? Что мне нужно найти? Мне нужно что-то найти. Мне есть пистолет и ни хрена больше. А чё, мне пистолетом его пугать? Что ли меня сейчас грохнет? Чё я же могу сказать-то? А где он? Он пропал. Он вернулся на свои эти пути или что? Что, где он есть? Мне страшно. Правда, очень страшно. Просто я как бы в хорроры вообще не очень сильно как бы люблю играть, но хорроры, они, знаешь, такие типа для разрядки обстановки вообще очень помогают. Типа ты такой играешь, сидишь и очень страшно, и очень необычно, неспокойно, и... Блин, у меня сейчас ноги в узел просто завязаны, и это прям трындец как... Блин, где он ходит, сука такая поганая. Я буду ходить вот так. Надеюсь, он меня не заметит. Он должен закричать, когда меня увидит, да? Ведь правда? Правда? Наверное, да. А в целом, мне нужны патроны. И желательно что-то еще. А, никто не придумал сюда положить этих патрончиков хоть немножко. Ну, блядь, в туалет положит патронов. Ёлки-палки, я что здесь должен... Мужика этого пугать чем? Писюном своим, что ли, или что? Я просто буду ждать, пока он пройдет. Просто буду ждать. Знаешь почему? Потому что мне страшно. Потому что мне очень страшно. Или умереть, уж посмотреть, как смерть выглядит, и все, и типа... Блять, ну он не идет. Идет. Ну, сука. Ходит там. Мудак. Патрулирует территорию. Ну, блять, а я туда пойду. И не ебет меня вообще ничего. А нахрена я туда пошел? Блять, а че он сейчас со мной ходить начнет? Или здесь какая-то еще срань начнется? Ебать, тут месиво. А, блять, не буду, я ничего читать, мне страшно. Я не то, что сейчас И, блять, тут вообще ж не найдешься. Ящики можно обыскать? Пистолет, мне патроны нужны. А еще, знаешь что? О, блядь, вот, слава тебе, господи. Конечно, не сильно мне это поможет. Блядь, такая медленная срань. Знаешь, в чем весь юмор? В том, что... О, сука, я тебе... А чё? Я за бабу еще играю, охренеть. То есть... Смотри, в чем весь юмор? Рестарт. Ничего страшного здесь нет. Здесь единственное, что страшное есть, короче, это то, что он ходит без звука. Вот ходит он без звука. То есть ты сейчас прям 5 секунд, 5 секунд возьму, сейчас попью немножечко. Единственное, что страшное здесь есть в этой игре, это то, что он ходит абсолютно без звука. То есть ты даже не можешь себе предполагать, что где он там есть, куда он там есть. И тупо у тебя остается, ну, не знаю, какая-то часть догадки, что ты... Мудак, здесь это не ходит, да? Ну, он, типа, умер, это я знаю. Типа, давай, мы просто будем на них кликать для того, чтобы было. Так, музыка там... И вот он сидит, собака. А чё я... Круть просто. Вот эта хрень, короче, она вообще бесполезна. Да, это очень страшно, мы уже привыкли.
Сзади меня что-то есть. А, вот полицейский. С пистолетом, сука. С пистолетом. А, что за монстр убил этого полицейского? Я не знаю, что за монстр убил этого полицейского. Я не знаю, что за монстр ходит с этим сломом. О, я прыгать умею. А может, от него можно упрыгать куда-нибудь? Слушай, а садиться я умею? Умею садиться. Хо-хо-хо, блин, а стрелять-то я не могу, перезарядиться не могу, ничего не могу, у меня ничего нету. Потому что я, блин, вообще никто и звать меня никак. Так, нужно дождаться, пока этот дурак пройдет вот тут. А, монтировкой мы поняли, что ни хрена мы сделать не можем. А, абсолютно ничего этой монтировкой мы сделать не могем. Знаешь почему? Опять же, потому что... А, здесь ловить-то нечего, надо бежать туда сразу. Здесь наверняка что-то будет интересное. Давай сразу до конца дойдем, посмотрим, что там есть. Потому что, ну блин, не может же быть просто конец карты, или типа мы пройдем. Блин, пропало все с радаров. Сзади меня никто не бежит. Мы просто как любопытные варвары пойдем прямо. Пойдем прямо для того, чтобы узнать, есть ли что-нибудь здесь или нет. Или здесь просто стена. И метро ходит в стену. Да, метро закрывается на ночь. Вот таким образом, если ты не знал. И все. Перестает функционировать, и все. Да, так оно и работает. Я хожу в надежде найти патроны к пистолету, чтобы хотя бы немножечко разрядить обстановку, мать его за ногу стрельнуть в этого долбанного Санта-Клауса, чтобы он, это самое, как немножко усмирил свой пыл и перестал за мной ходить. Потому что этот маньяк-убийца, он... Не знаю, что от него ждать-то, блин, я баба беззащитная, просто, блин, девочка, хожу тут, ну, чего, я хожу и хожу, жалко, что ли, тебе здесь, я хожу, ну, остановился, блин, посмотрел на меня такой, я пойду туда, здесь безопасно, вот здесь ходить безопасно, потому, ну, я, по крайней мере, так предполагаю, потому что, логика моя не поддается никакому объяснению, потому что, опять же, вот, и я, в принципе, что могу сказать? Я ничего не могу сказать. Я вот пошел в другую сторону этого тоннеля, чтобы разведать обстановку здесь. То есть, чтобы до конца убедиться, что в другую сторону мне смысла идти нету. Вот. И как бы там что ни было, я просто хочу жить. Просто хочу жить. Физика здесь реализована, конечно, на все 150%, потому что прыжок прям отменный. Я также в жизни прыгаю. Так, здесь нету ничего, пойдем мы по этой стороне обратно, потому что... Опа! А потому что, знаешь почему? А потому что мы по той стороне пойдем и не можем его увидеть. А у нас... Чего? Что-то в этой стороне есть, прям вот здесь. Угу. Значит, у нас все-таки есть какая-то надежда на спасение. А, нет, это желтая херня, это значит, что там какой-то чувак умер, наверное. Потому что синим полицейский отмечает. Слушай, ну так далеко, блин, слушай, там так далеко можно идти. Это что там такое-то? Так куда там можно идти? Вон туда. Что там такое-то? Не, конечно, ради интереса можно туда сгонять. Сейчас мы его найдем только. Он идет, вот он. Иди давай сюда. Посветили на него фонариком, чтобы он знал, что мы его не боимся. Что у меня есть пушка. Так, я вспомнил, что там. Там наша цель. Там наша цель, она выглядит как обычная дверь. Я не понимаю, почему я, как здравомыслящий человек, не могу просто спокойно взять, подняться наверх и сказать, ребят, там, блин, Санта-Клаус с топором ходит и убивает. Он не дает мне пройти по метро, по закрытому метро, не дает мне пройти домой. Блин, вот, ну это, конечно, страшное место, вот, типа вот. Типа, ну ты слышишь, да, что звука нету никакого, а они тут ходят. Их тут, я так понимаю, не один. А что мне делать здесь, вот, допустим? Типа что? Что я должен здесь сделать? Как я от него убегать буду? Я вот до сюда дошел, что? А он мне... Ну, то есть он...
переместился или что? Я, может... Сука, я не понимаю, где он ходит. Я монтировку он там подбирал. Нахуй мне с ним интерактировать, вообще непонятно. Кто он мне? Я, короче, здесь, если что, спасаться буду. А, я так понимаю, здесь можно спастись. Я только, правда, не вспомню даже, где это есть, потому что я сейчас испугаюсь и убегу просто в другую сторону. А, да здесь даже бежать-то особо некуда. Так, мы в панику себя не загоняем раньше времени. А монтировкой, скорее всего, можно ломать двери. Точнее, как сказать, двери. А... А, блядь, запутался. А что значит моя нынешняя обстановка? Я просто сейчас не понимаю, что делать. Я встану здесь и буду стоять. Изучать маршрут этого дурачка. То есть он ходит где-то там. Он ходит где-то там, полицейский где-то там. Мне нужно, значит, изучить его маршрут. Ёб твою мать, это тот же самый. Или что? Или сейчас еще один выползет. Если кто-то выползет вот из этой двери, то значит это еще один ходит. А если он выползет вот оттуда же? Или стой, я вообще что-то не понимаю. Вот он из этой двери сейчас должен выйти. По логике вещей. И зайти он в ту. Да? Да, да, да. Да какой ухо-хо, блядь, я тебя вообще не трогал. Я ж говорю, я побегу в другую сторону совсем. А это тот же самый или это другой уже? Стой, я хочу просто посмотреть, это тот же самый или другой? Есть ли здесь этот Санта-Клаус? Или он, падла такая, просто переехал? Да, он переехал, его здесь теперь нет. Его просто элементарно здесь нет. Он, короче, меняет свое местоположение после того, как я нахожу какой-либо предмет. То есть я найду ключ, он, собака, будет за мной просто бежать, да и все. А я это знаю, я это знаю. Я, блин, даже не могу это иначе думать. Короче, он видит меня через доски. Видит меня. Чего? А монтировкой я ему не наврежу. Блять, да шо ж ты за зверь-то такой, блять? Ну шо ж ты за зверь-то? Ну, тебе не стыдно вообще? Я вышел. Все, иди отсюда. Пойдем. Пойдем, я буду ходить за тобой. Если я выключу фонарь, ты будешь меня видеть? Или нет? Блин, непонятно вообще, когда он меня видит, когда меня не видит. И может ли он мне навредить, когда я сижу вот здесь? Сейчас будет вообще просто такой бред. А! Серьезно, он меня не видит. А сейчас увидит. Бля, он увидит. А! Да ладно. Все-таки это... К чему-то это приведет когда-нибудь? Нет, у него есть какая-нибудь хп? Устань когда-нибудь бежать или нет? Ну просто мне интересно. Сколько можно получить раз монтировкой по голове, чтобы выжить? Ему не надоедает, ведь смотри. А что я сделать могу? А чё, я ничего сделать не могу, он, блин, просто бежит, а он не умирает. Это бессмысленная какая-то игра уже получается. То есть я, по сути, ему сейчас сделать ничего не могу. По сути, нахрен я это сделаю. Вот что я хочу сказать.
стрелять буду, блядь. Что самое интересное, я ему ни хрена не сделал за это время. Он меня сейчас угантошит. Попробуй только ничего сделай, дурак. Вот, мы, короче, во, патрон, пистолету нашел патроны. О, он меня потерял. Я патроны нашел, вон патроны. То есть, если я сейчас. И я сейчас. Так, куда мне надо-то? Ну-ка, молодой человек. Чем больше фиолетового? Ты видел, нет? Ты видел? Я ему в голову просадил, ему все равно. Он железный, он, мать его, за ногу волшебник, он Санта-Клаус с топором, ему вообще ничего не сделаешь. Ух, собака, блядь, вообще сил нету моих. Ладно, ладно, все, хорошо. И вот знаешь что? Вот, что самое интересное, в том, что я... Ой. Что самое интересное во всей этой игре? То, что... Сука, наконец-то ты заткнулась. А, в том, что здесь я поставил, короче, на паузу запись. И у меня охренеть как ДПИ на мышке прыгала во все стороны. В разные, вообще просто. И вообще фиолетово было, на чём она настроена. Она просто во все стороны. Она моргала даже тут. То красным, то зеленым, то фиолетовым. Дед Мороз, на самом деле, он завис в стене. Я не знаю, если он сейчас здесь скриптом... Ну да. Если он здесь скриптом сейчас появится, то я охренею просто. И... Да! Вот оно что, да? Вот оно как работает. Я надеюсь, что это закончится на этом моя игра вся, потому что, ну, типа... Хватит уже. It's very quiet all of sudden. I wonder where everyone has gone. Чего? Так, куда мне бежать? Мне нужно в ту сторону. Такая мутата на самом деле вообще. Игра... Не, ну она типа, знаешь, она типа для развлечения просто. Ага, конечно, блядь, давай еще напугай меня из угла, блядь. Ломом. Я, короче, его монтировкой бил очень долго. Я в нем высадил 8 пуль из пистолета. Это не помогло. Ах, почему это имеет keep looking this gate? Почему закрыты ворота? Я... Что-то... А, это выглядит разрушенным. I must be ugly. А! Сука, ты поганый такой! Да... Короче, это вообще какая-то мутата. У меня теперь нету даже монтировки. Ну вот я вообще не понимаю, зачем здесь нужна монтировка или пистолет, так как они, ну, типа, не помогают. Я сейчас читал это сообщение, и, блин, каким-то образом, ну, блин, зачем вы так делаете? И поставьте на паузу игры, в конце концов, пока я читаю. Открылась какая-то дверь. Какая дверь открылась, хер его не поймешь, да? А, суть здесь... А, суть не в этом, не в том даже, знаешь, что, типа... О, все. Я нашел место, где можно спрятаться от этого долбанного Деда Мороза. Суть даже не в том, что ты, типа, как бы... Сейчас сформулирую. Что ты мешаешь игроку сосредоточиться и прочитать хотя бы, что здесь написано. Да... Все, я не хочу читать, я хочу посмотреть, где он будет. Куда мне нужно идти? Откуда он пришел? Он пришел откуда-то он оттуда. И что мне нужно-то? Здорово, дед. Мы с тобой уже виделись. Виделись мы с тобой немножечко в другом месте, в других обстоятельствах. Но я думаю, мы с тобой... А! Да ладно, да в смысле? Да... Я, короче, я не знаю, это издевательство над игроком. По крайней мере, потому что... Вообще никакой особой подсказки нету в этой игре. В этой игре есть лишь, надежда на то, что сам выживешь. Я потратил уже... Я играю 32 минуты, и ты вот можешь... Вот что здесь открывается? Откуда? Где этот звук был? Вот что открылось? Где открылось? Что? Почему? Вот почему это ни хрена не открывается? Почему не показывают, что открылось? Давай изучим территорию до того, как Дед Мороз придет к нам. Здесь единственный способ перебраться — это...
Ну, типа, вот... Вот так вот. Зашибись, да, я перелез. Классный, хер поспоришь. Вообще отлично, что я могу сказать. Здорово. Здорово. Самое главное... По этому... По... Как это называется? По сюжету. Сюжету. Короче, все. Закончили с прохождением этой игры. Ну, ее в сраку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, в новых инди-хоррорах, в новых прохождениях. Всем пока.